2021 года в Химкинском колледже Подмосковья открыто направление подготовки «Сестринское дело». В этом году второкурсникам предстояло сдать промежуточный экзамен. Такое тестирование в колледже прошло впервые. В этом году первый раз дети сдают вот этот квалификационный экзамен на младшую медицинскую сестру, после чего они получают удостоверение и могут спокойно работать. Проверка знаний проходила в два этапа – теория и практика. Тестовая часть включала основные вопросы по уходу за больными. А в практической ребята должны были продемонстрировать навыки оказания первой помощи на манекенах. Юбилейный проспект, дом 59, пострадавший один мужчина, предположительно возраст 30-35 лет, отсутствует сознание, дыхание, начинаю базовую сердечно-легочную реанимацию. Студенты сильно волновались, многим экзамен дался тяжело. Справиться с напряжением помогла поддержка однокурсников. Для меня он оказался довольно-таки сложным, но взяв себя в руки, подготовившись, я понял, что у страха глаза велики. Если ко всему подготовиться, то я считаю, что ждет успех. Поддержать ребят пришла Елена Антонова, заместитель главного врача Химкинской областной больницы по работе со средним медицинским персоналом. Некоторые ученики проходили у нее практику. Мы очень рады, что в Химках открыто возобновили медицинский колледж, потому что очень востребовано, и будем рады, что они вольются в нашу семью. На потоке обучают 90 студентов. Все они после успешной сдачи экзамена смогут работать в больницах округа младшим медицинским персоналом, продолжая обучение в колледже.